Дорогие мои, всем привет! В новом 2024 году, естественно, первым делом я пошла на кладбище помянуть потусторонний мир, поговорить с ним. И очень рекомендую вам сделать такой большой ритуал с вашим родом. Все мы поминаем в эти дни своих родных, умерших, близких, но очень важно и посетить кладбище, принести им алкоголь, конфеты. Если у вас нет возможности прийти, вы можете просто посетить любое кладбище и положить конфетки на могиле безымянной, без креста, и просто поговорить со своим родом, со своими предками, сказать, что «дорогие, я вас почитаю, я вас уважаю, дайте защиты на Новый год для всей моей семьи, да, для меня». Попросить у кого-то прощения, сказать какие-то свои добрые слова, все, что вы хотите, главное, от души, от сердца. Если вообще нет возможности посетить кладбище, можно сделать это дома у фотографии, зажечь свечу, вспомнить, сказать слова. У нас минус 20, тяжело снимать, мерзнут руки. Вот я принесла вот такие украшения на могилку. Обязательно можно какие-то новогодние украшения принести. Угощения в магазине мне сразу сказали, какие взять. То есть духи в магазине мне сказали, я хотела шампанское, но мне они сразу сказали, что хотят вот такую настойку. То есть когда вы идете в магазин к своим родным, они вам сразу указывают мыслями, каким-то взором, взглядом, да, что они хотят, чтобы вы принесли. Обязательно не забудьте о игрушках новогодних, хотя бы чуть-чуть принести. Алкоголь обязательно мы открываем, разливаем в стаканчики, в рюмки, которые у вас там есть. Можно просто налить на землю духом, это не страшно. Все угощения обязательно раскрываем, мусор не оставляем, все фантики уносим. То есть можно близлежащие могилки рядом с вашими родными разложить вафельки, печеньки, угощения. Главное, никаких фантиков, вот все красиво. С уважением к нашим предкам, к нашему роду, к нашему всему потустороннему миру. Мы его уважаем. Жизнь и смерть — это, можно сказать, единое, это жизнь. Естественно, в эти самые сильные дни через потусторонний мир, через силу кладбища я заряжаю самые сильнейшие свои амулеты. Это денежная подкова и святой Христофор. Очень сильно. Это самые сильнейшие дни сейчас происходят. Время волшебства, когда эти амулеты станут для вас сильнейшей поддержкой. Ваш род, ваши предки станут для вас защитой. Приобретайте мои амулеты, спрашивайте, все расскажу. Сначала, когда только пришла, у меня дико замерзли руки. Я думала, я сейчас не смогу работать, просто рука окаменела. Но когда я начала делать все ритуалы, настолько пошло душевное тепло, единство вообще с потусторонним миром, теплота, как они слушают, как они слышат тебя. Это непередаваемо, ты просто согрелся, как будто уже даже и не холодно. Плюс мороза в том, что хотя бы можно пройти спокойно, смотрите, даже снег не проваливается, а то обычно все это проваливается. Так что дорожку потусторонний мир сегодня, так скажем, закрепил, укрепил, чтобы я пришла, сделала эти ритуалы, поздравила их всех.